Перед началом этого видеоролика хочу вам порекомендовать игровой канал Professional Play, на котором вы найдете прохождение игр, рекомендовано к подписке. А также хочу вам порекомендовать группу ВКонтакте, которая называется Far Cry 1 Фанат. Там вы найдете интересные новости про Far Cry 1, интересные видео. Ссылка на этот канал и на эту группу в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и сегодня мы будем проходить обычную карту, которая называется Силев. Эту карту разработал, вот этот вот чувак, который сейчас прорекламировал Professional Play. Он мне просто предложил пройти его карту, я подумал, почему бы и нет, почему бы не пройти. Кстати, кто хочет скачать эту карту, как его правильно там установить, я ссылку на эту карту оставлю в описании под видео, а также на эту игру, чтобы скачать обычный Far Cry, тоже оставлю ссылку, и как установить там все сделать, тоже оставлю ссылку. Кто хочет пройти эту карту, если вам понравится. Ну что, ребята, а мы начинаем. Так, для того, чтобы запустить карту, мы должны просто в консоли вбить вот это вот. И мы начинаем проходить эту карту. Так, это русская карта, не для слабых. Так, ну что, ребята, начинаем. Мы оказались с вами вот здесь, вот. Самое начало. Так, задание, найди бинокль. Окей. Хочу сказать то, что вот эту игру прямо сейчас вот запустил, вообще ничего не знаю. Даже видео не смотрел там. Прохождение этой карты. Так, что это? Шляпа? Это шляпа этого, как его там? Блин, забыл. Чувака одного. А, память куриная. Так. Все-таки я вспомню. Надеюсь на это. Так. Патроны, граната, броня. И все, больше здесь ничего нету. Так, мы, короче, сейчас, получается, должны просто найти бинокль, окей. Поехали. Эх, блин, мутанты здесь. Ёп. Появились они. Давайте они будут тратить потом просто... Ух ты, их там сколько, смотрите. Сейчас мы их сбьем нахер. Так, кружочек сделаем сейчас. Так, это все, да? О, сохранение сейчас было. Еще одно сохранение. Так, новое задание, убей ученого. Так, тут где-то неподалеку находится база с мутантами. Так, все из-за профессора, в лагере все из-за него. Он погубил все живое на этой базе. Убейте его. Окей. Убьем его. Так, вот она, эта база. Вот такая вот. Так, что здесь? А что-то так низко-то? А, так специально сделано. Не, в принципе, прикольно придумано. Я первый раз такое вижу. Far Cry. Так, тут кто-то шумел. Ладно. Так, у меня сейчас только... Вау, прикольно. Шокер. Круто. Так. Ладно, снайпера здесь нету, никого я не вижу, можно ехать. Опять мутанты. А.
Блин, а патрон у меня мало. Так, проехать я, короче, здесь не могу, так как здесь тут много до сих пор деревьев. Блин. Блин, конечно, не хочу тратить патроны, но придется. Ух ты. А вот и патроны. Не знаю, пулемет взять. Тут пулемет лежит. Ну хотя давайте что. Возьмем пулемет. Так, перезарядка. Так, патронов, кстати, много. На дигл. Это хорошо. Ну, это оружие, кстати, ну, хорошее количество патронов. Так, ладно, короче, едем. Блин. Не люблю этих мутантов. А, нет, они меня окружают. Просто ждем их, крысы. Там кто-то бегает, да, вот он падает. Капец. Просто стреляем по одной пульке, всех убиваем. Блин, там кто-то есть. Конечно, кончаются, они не бесконечные. Надо не так сразу их нужно использовать. Надо просто с ними аккуратно. С патронами. Не, блин! Не нужно так сразу тратить, нужно по одной пульке стрелять. А потом хрен найдешь патрон. И потом придется заново начинать. Блин, вот же еще. О, застряли они здесь. Так, ну все, не сдохли. Блин. Сколько же здесь деревьев-то? Давайте, давайте, по очереди. Блин, я просто всех хочу здесь убить. Просто всех мутантов. Так, вовремя-то у меня патроны кончились. Где-то там еще один мутант, но я его трогать не собираюсь, так что просто идем дальше. Ну, а вот еще одни мутанты. Тут много мутантов. Хотелось бы сейчас увидеть солдат. Было прикольно. Так, вот еще один мутант. А, он уже сдох. Сохранение, отлично. Так, ну я так понимаю, то, что вот этот ход такой необычный, интересный. Прикольно придумано.
Так, появились здесь вот такие вот пушки. Хорошие. Так. Это я оставлю. Блин. Давайте я, короче, это выкину и это подберу. Я думаю, то, что они нам пригодятся. Так, закрыто здесь. Блин, кто-то здесь есть. А, нет. Не, ну я же сказал, вот тут вот кто-то есть. А тут никого нет, мне просто послышалось. Не послышалось, а он, ну, где-то вот за той стеной. Так. Отлично. Блин, ко мне кто-то бежит. Вот он. Это он шумел, кажись. Так, что-то затихло все. Странно как-то. Так, это конец карты, я так понимаю. Может быть, туда еще идти или нет? Или это реально конец? Сейчас посмотрим, что. Опа-на! Вот и бойцы. Вот они, наемники. Которых я так ждал. Сильно прям. Не заметил-то. Блин, они что-то еще этот. Слишком мало урона наносит. Я вот играл в игру Far Cry. Так, сейчас помню. Так, Far Cry. Железные ветра, да, вот там они вообще очень много урона снимали, прям сразу. Просто капец, как много сразу урона снимали. Там где-то вот сразу половину, что ли, там с двух патрон. Вот там было вот реально вот трудно, вот интересно, а вот тут что-то нет. Вот если бы он бы добавил, ну, персонал плей, вот, ну, еще немного бы урона. Ну, там. Был бы намного интереснее. А так просто легко пройти здесь. Так, сохранение. Не понял. А, я понял, что нам сейчас нужно сделать. Нам просто нужно на машине сейчас сделать разгон такой небольшой. Так, а зачем тут лодка-то? Поехали. Получилось. Так, что это за здание-то? Может быть, он там? Нет, он, скорее всего, там вот. Да, ребята, это конец карты. Так. Блин, туда не зайти никак. Походу на то, а нет. Так, мне вот патрон на винтовку дали, только у меня ее нету, вот. Не, сюда никак не зайти, это просто обычное здание. Так, возьму-ка я пока вот это оружие для разнообразия, а то с пулеметом хожу и все. Звук еще мне нравится. Ух ты, вот. Вот это да. У них еще жизни много, смотрите.
последним патроном в голову. Ну вот, ребята, начинается. О, это было вообще красиво. Так, все. Что там, снайпер нет? Вот тоже убил. А чё они стреляют, я не понимаю, вот чё такое? Ты стрелять будешь в меня? А, ну ладно. О, наконец, меня хоть стреляет. Блин, нужно было потруднее сделать. Было бы интересно. Но вот это что-то не очень. Так, туда никак? По-любому нам туда сейчас идти. По-любому. Так, он где-то здесь находится, близко. Сейчас мы, короче, его убьем. Это конец будет, я так понимаю. Так, все, он совсем рядом, ребята. Так, где ты? В этом здании? А, вот он, короче, этот доктор. Сейчас я до тебя доберусь. Так, что-то он просто стоит, ничего не делает. А мы сейчас, короче, вот что сделаем. Не, ну, конечно, я его напоследок вот так вот сделаю, чтобы было красиво. Так, а я пока вот этих вот убью. Я себя убью, нет? Чертовщина. Так, ну я просто хочу посмотреть, что здесь он сделал. Разработчик. Так, что здесь? Ну да, тут больше ничего нету. Давайте его, короче, убьем шокером. Я так понимаю, это конец будет? Потому что тут как бы конец карты или еще. Сейчас посмотрим. Молодец, ты справился. Так, молодец, ты справился с заданием. Так, и чё, ещё? Или это всё уже? Сейчас посмотрим, или нам куда-то ещё уехать надо? Я так понимаю, ребята, что это конец? Или вот туда вот нам еще надо поехать. Как-нибудь. Давай, давай. Давай, 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 давай. Хорош. Так, что здесь интересно? Давайте посмотрим. Опа-на, куда мы поедем? Так, ребят, ну, я так понимаю то, что да, это реально конец. Конец этой карты мы прошли. Так, ребят, ну,
А на этом мы здесь закончим, на этом месте. Надеюсь, вам, ребята, понравилась эта карта. Вот лично мне, ну, вот если бы он бы еще добавил, вот, ну, сложности немного, там, урона, там, как бы, чтобы они еще, ну, нормальные были, что-то они тупят еще иногда. Так, ну что, ребят, на этом я заканчиваю. А, эту карту усилив. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. Да, кстати, возможно, я еще буду какие-нибудь карты проходить. Может, там качать и проходить. Ну что, ребята, всем пока. А, да, кстати, блин, еще. Сегодня стрим будет в 14:00 по Москве. Будем стримить Risen 1. Жду вас, ребята. Всем пока.